Ну вот Антон доделал свой громкий фронт. Совсем недавно было добавлено еще по одному мидбасу 18 Sound M4 8MB400, да. И еще одна фиолеточка. Управляет аудиосистемой 580-й Pioneer в паре с iPad'ом. Правильно я ставлю, да? Наоборот, там, ну без разницы. Там зарядка просто с другой стороны. Так вот называется этот трек. Так, прибавляется у нас здесь и тоже, да, можно? С приложения Pioneer ARC. Ну, сам понимаешь, сейчас его надо настроить. Так, Антон, подними тогда, пожалуйста. В четур, да? Это он тогда разработал эту тему. Сейчас включим, как это играет. Чуть-чуть надо вот фиолетки убавить. Либо потому что... медов чуть-чуть добавить. Но меды, если добавить, будет уже херня. Да-да, дверь и так уже тяжело. Ребят, сколько мы, Антон, ее? Год, да, почти собираем? Больше. Полтора. А, да, ты же тогда до Нового года приезжал. До Нового года я купил шумку и провода ты брал тогда еще в том году до Нового года. И вот частями, где-то год назад мы дверные карты делали, да? Ты тогда брал... В октябре я их забрал. А делали мы их в августе, наверное. Да, с августа. По одной пищалке стояло, посерединке и по меду. Да, потом вот совсем недавно, дорогие, совсем недавно и доставили. А зимой мы тогда делали фальшпол. Quattro XL мостами работает на фиолетке. FR1500 на 2 работает на меды. И Дуи работает на твиттера. Дистрибьютор ты в R2V, да, заказывал? Да, я в R2V, но мне привезли со Ставрополя наклейки. Я решил уже. Так, медов нам надо добавить, да, еще? Щуточку. Где же, пожалуйста? Давай фиолетки чуть-чуть берем, потому что вкуснейшее будет, да? Где он этот? Изначально. Дим, поза у тебя что надо? Это R18. Не, 17. Красиво она посажена, да, тут? Море. Стой, Каяба. Море всяких моментов. То есть я чуть-чуть присадил машину. Да, я на 4 сантиметра присадил. Что, еще послушаем? Давай. А, кстати, замечаешь, стоишь около одной двери? Мида нету. Назад отходишь, и он такой жирный, такой. Трек, я вам говорил, как называется. И вот так вот мы уже час ее отстраиваем, слушаем. Но здесь вот стены немножко мешают, но все-таки нормально.
Вот так вот Антон сказал, не раньше, чем через полгода будет ставить сюда сам бумер. Ездить пока, радуйся этим. Всем пока.